Пригласил вас, Василий Николаевич, Сергей Эдуардович, для того, чтобы затронуть вопросы, которые находятся в сфере вашей деятельности. Многие начнут говорить, что у нас в бюджете денег не хватает, поэтому мы про налоги заговорили. Ну, это обычное заявление наших сведомых протестунов. Абсолютно нет. Как раз удивительно, но бюджет складывается лучше даже, чем мы думали, и лучше, чем могло быть. Но это не значит, что мы должны уйти от фундаментальных вопросов, о которых мы говорили. Уплата налогов – это дело святое.